Привет! Вы на канале Семья Саверченко Влог. Всем привет! Середина сентября, сегодня очень удивительный день. Как вы видите, все затянуло тучами за 4 месяца, которые мы в Египте. Это второй день такой. Первый был где-то в апреле, в мае, когда мы здесь были. И там потом был небольшой дождик. Но сегодня у нас сентябрь, вроде дождей не обещают. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. На заднем фоне кричат дети, а мы хотим вам кратенько рассказать, как прошла неделя. Как она прошла? Хорошо? Очень хорошо неделя прошла. Учитывая, что я болела, и пила антибиотики, сейчас у нас болеет Максик. Зато мы на YouTube-канале запустили прямые трансляции. Да, мы наконец-то начали делать прямые трансляции. Сейчас каждый день вечером у нас в нашем семейном канале прямая трансляция, плюс еще днем, утром либо днем. И еще на канале много стран на английском языке тоже трансляции. Так что очень круто. Плюс сейчас появилось много работы у меня по YouTube, по обучению. Ну, в общем, все вот наши кадры, которые нам удалось здесь снять за неделю, вы смотрите, а мы с вами встретимся на YouTube, не забываем ставить лайки и пойдем угомоним детей. Всем всего хорошего. Сегодня четверг, раз вы смотрите это видео, у нас не так уж было много событий, как обычно, вот я болела, а сейчас мы с Максиком будем пересаживать алоэ. Вот видите, у нас на участке растут алоэ, вот раз, два, три, четыре, там еще на той стороне растут. И я на прошлой неделе заметила, когда занималась вот цветами, я заметила, вот здесь маленькие такие алоэшки выросли с двух сторон. Я думала, ну что-то они тут будут кучковаться. Пересажу-ка я их отдельно. Ну, я же городская, у меня опыта ноль в виде недомашнего хозяйства. Вот пересадили мы, значит, их с Тимой, да? Вот так вот в отдельные эти кустики. А вчера приходит ко мне подружка и говорит, слушай, они у тебя расти так не будут, потому что алоэ любят кучковаться. Им нравится плотничком сидеть так, чтобы прям им тесно было. Ну, и я подумала, что, наверное, их обратно лучше посадить в тот рядочек, потому что иначе будет грустно моим цветочкам. Иначе они тут сдохнут. Они тут, видите, начали вот в этом вот грунте, один в одиночестве, немножко засыхать. Поэтому мы сейчас их обратно с Максиком вот сюда отнесем. Здесь выкопаем ямки между вот этими большими мамками и посадим обратно. И все море вон в таких больших волнах и барашках. Относительно вчерашнего. Да? А вот мальчик у нас, как дела? Эй, скажи привет! Приготовили ужин, все ушли, уже темно, на улице, видите, темно. Ушли прогуляться на море, сегодня хороший ветреный день. Вон там видно морюшка, морюшка, ветерок сегодня хороший. И я сделал блинчики, решил просто сделать блинчики. Но так как нужно какой-то ужин делать, мы взяли, значит, баклажаны с онионом, да, и с бобами, да. Сделали, сварили, это у нас что? Пишите, что это, в комментариях. И сделали такой салат из морковки, ой, из огурцов и томатов. Вот. А это свекла у нас. И все это вот так вот кладется и заворачивается и кушается. Вот так вот кладется, заворачивается и кушается. Приятного аппетита! Ой. Что ты хочешь, Максик, сделать? Ой. А вот на той стороне у меня... здесь у нас костерок скоро будет, уже когда погода будет ухудшаться, будем костерок. Этот ковер еще постирать никак не можем. В море, что ли, его тащить, не знаю. Как думаете, напишите в комментариях, как стирать ковер в ванну. Он в машинку, короче, не залезет, он огромный просто. С одной стороны, он такой приятный, розовенький, видите, я хочу его почистить. Бедуины стирают в море, то есть они ставят его так, расстилают полностью, камнями двумя зажимают, и, да, на чем он стоит, у них стирается. Потом, я не знаю, пресной водой его, что ли, смывать в ванной как-то, не знаю. В общем, не решила я еще. Вот здесь пересадила дерево с горшка, что оно вообще не растет. Не растет и, по-моему, расти не собирается. Ну, сдохло давно, видимо. Ну, конечно, 3 месяца летом жара стояла, никто не поливал, никого не было. Убежал, Лешка. Убежал, убежал, убежал. Карапуз. Максим тоже побежал за Лехой. У нас идет кормежка верблюдов картоном. Макс кормит. На, Макс, дай. На тебе, на. На еще малышу дай.
Нравится, Макс, тебе? Нравится кормить? Картоном верблюдом. Опа-па-па-па-па-па. Следить за телефоном надо. Да? Малышу. Дай малышу. Это мама. Малышу дай. На, мама. Ну вот в мире животных у нас. География. На нашем канале. Зоология у нас. Здесь у меня разрастается что-то вьющееся. Не знаю, как называется это растение. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ну, я... Вот это, видите, немножко сохнет. Хотя, смотрите, вон маленький листочек новенький. А вот здесь я опустила ему веревку, и он начал по веревке подниматься вверх. И цветочки даже уже он дает. Вот. Здесь у нас растет что-то. Пальма. Мне сказали, это пальма. Она растет долго. Но если это пальма, будет здорово. Здесь вот одна, и вон вторая тоже тут еще есть пальма. Вот, вот эти какое-то дерево тоже у нас растет чудесное. Дает цветочки, листочки, но каждый день практически сначала давать цветы. Открывать очень красивенькие. Ну вот снова алоэ куст. Здесь они тоже разрастаются. Когда начали поливать активно их, они разрастаются здесь. А вот здесь вот дерево. Что за дерево, понятия не имею, было посажено в горшок. Но такой горшок, который начал уже разваливаться, знаете, гнить. В нем корни все были скручены. Я сюда пересадила, и вот сейчас я пытаюсь его выходить. Но у меня шансов мало, потому что я отрывала веточку, смотрела, она вся сухая. Не знаю вообще, будет ли он, не будет, но... Был штиль, и вообще ничего не было видно. То есть буквально, ну, не было видно этих гор. Такое было впечатление, что абсолютно бескрайнее Красное море. А сейчас такой сильный ветер, что очень хорошо видно. И видно вот Саудовскую Аравию, даже дальние горы. Не передние, а дальние горы. Вот, можно наблюдать это все. И даже вот там вот, вообще далеко-далеко видны горы. Там заворачивает Красное море. Такие вот виды здесь красивые. Каждый день не похож на другой. Все время по-разному. Пробует кабачковые оладьи. Ну что, как тебе? Максик? Ты тоже хочешь кабачковые оладьи? Дай попробовать ему тоже. Ну, не очень. Не очень? Ты, наверное, не распробовал просто. Давай, пробуй. Максик, пробуй. Давай ему попробовать тоже, Тим. Давай. Ну-ка. Вкусно? Вкусно? Максик, вкусно? Вкусненько? Вкусненько, да? Да. Вкусно, Тим? Ну все, давайте, приятного аппетита, мы пойдем завтракать. Ты оделся? Ты зовешь папу гулять? Папу зовет, да? Пошли. А круг, Максим? Бери круг. Вот так, да. Бери его. Сразу одевать будешь? Да? Ну давай. Иди. Пока-пока. Смотри. Пока-пока. Дверь открыть? Открыть дверь. Ходи. Уходи. Идите гулять. Вот такой у нас постоялый двор. С козочками да баранами. Да? И козлянками. А Макс стоит и смотрит, да, Макс? Дырочки здесь, да? Выглядывает, да? А вы видели козочек и баранов вживую? И козленков, которые из лужицы пьют? В чем разница, знаете? Да? Макс уже знает, да, Макс? Нет. Да? Кормить их хочет, да? Не было арбузов, здесь у нас в Дахабе. Купил вот большой арбуз, где-то на 10 килограмм, может быть, чуть больше.
В основном все маленькие. Красный, вкусный, сладкий. Максик уплетает арбузик, да, Макс? Вкусно? Вкусно? Да? Конечно, вкусно. Сейчас началась учеба, и каждый день дети у нас после утра, после моря, завтрака делают определенные задания, переписывают текст, пишут диктанты, сочинения, эти как это называют, скажи мне, логические задачки решаете, да, примеры. Да, Лёш? Да. Лёш начал переписывать. Не видно их лиц, но видно, что учатся. Нет, прочитай просто. Ученики одного класса сумели делать 5 конфет. Причем каждый мальчик съел 3 конфеты, а каждая девушка 5 конфет. Сколько в классе мальчиков? Сколько девочек? Если всего в классе 25 человек. Супер. Это логические задачки, да, мы делаем сейчас? Да. Получается? А можно я скажу свой, наверное, ответ, который вы видишь? Давай. Ну, в классе 15 мальчиков и 10 девочек. Хорошо, проверим сейчас. Ведем прямую трансляцию, готовим тут кушать. Я не знал, где Макс. Думал, где Макс, а где Макс, а где Макс? Вот он, Макс. Сидит и кушает виноград. Ой, изюмчик, да? Вот так вот у нас Макс кушает изюмчик. Мы там все примем трансляцию, ведем, общаемся, разговариваем, готовим завтрак, а Макс куда-то ушел и спокойно сидит в синьке и точит изюмчик в нашем дворе. Вынесли мы, значит, сегодня арбузик козочкам. Есть одна коза есть, которая никому не дает его. Да, Максик? Что у тебя там с писюном случилось? Максик? Эй! Как дела? Козочки арбузик кушают. Максик хочет догнать козленочка, но козленочек ему не дает. Погладь его, смотри. Хороший козленочек. Козленочек хороший. Да? О, коза. Это вот, короче, кормящая мать вот этих вот козляточек. Вот так. Вот на что способна женщина, когда она голодная. Максимуш, что там? Что там такое? Что ты там нашел? Что там такое? Что там? Что там? Козленочек-то? Ты даешь козленочку? Да он такой не будет. Это слишком пустая палочка. Она же не с травой. Пойдем верблюдиков посмотрим. Верблюдиков пойдем посмотрим. Пойдем картону, может, дадим. У нас есть для них тоже. Пойдем арбузик тоже дадим, верблюдик. Ну-ка, давай-ка. На. Видишь ты арбузик? О, арбузик тебе нравится? Да. Малышу дай. Иди, малышу дай. Малыш, он идет к тебе, он тоже хочет. Дай ему. О, какой хороший. Хороший, жует, хрумп. Еще дай, дай еще. Пока мы ходим верблюдов кормить, Алё, что тут у нас... Лёх, что читаешь? Читает сказки Джонни Родари. Так вот. Всем привет! Очень важная информация на канале семья Савершенко, Павел Савершенко. Влог. Вот видите, вот такие вот домики, да, за мной, компаунды. А, тут есть бассейны, есть зелень. В общем, квартирка. На первом этаже, с небольшим двором, ну вот здесь, допустим, видно, да, то есть здесь где-то больше зелени, здесь где-то вот дворик маленький, где-то меньше зелени, то есть там внутри есть дворики, для машины парковочка вот есть, допустим, да, ну вот здесь вот видно, да, то есть здесь вот закрытый дворик, он видно, да, что там чуть-чуть закрытый дворик, вот, и вот на первом этаже квартирка, там living room,
и спальня, кухня и ванная. Все нормально, новое, абсолютно европейское. Значит, 70 квадратов, такая квартирка стоит 20 тысяч долларов всего. Вот, то есть район, такой, как можно сказать, коттеджный поселок, да, с бассейном, с зеленью, вот. Закрыто там море, тут дорога, вон автобус проехал, видите, на маршрутку сел и 10 минут и на пляже, в принципе. Вот, то, что касается коммунальных услуг, дешевое достаточно здесь у них государственное электричество, вода и все, то есть на все про все, на обслуживание всей территории платят 3000 фунтов. Вот, то есть это что-то в районе, ну, там, 180 долларов за весь год полностью. Все, вода, электричество, свет, все-все-все. Вот. Поэтому вот, вот шарм, вот такие здесь цены. А тут много тоже вот в этом компаунде семей живет, есть детская площадка, есть много русскоговорящих, много смешанных браков, соответственно, русскоговорящих, европейскоговорящих, английскоговорящих и арабоговорящих. Поэтому вот такие вот цены на жилье в Шарм-эль-Шейхе. Так что имейте в виду. Например, еще, да, этот район, да, где вот этот вот компаунд, то есть вон море видно. И там вот Карфур, то есть здесь заправка. И там вот недалеко еще это есть bus station, можно уехать отсюда, в принципе, в любую часть Египта. Соответственно, здесь есть аэропорт. Ну, еще такой момент, что говорят, что дорожает, с каждым годом было еще дешевле. С каждым годом потихоньку поднимают цены и на жилье, и на продажу, и на аренду, и на продукты. То есть, конечно, в Каире, в Александрии гораздо дешевле, говорят, все. Вот. Но, тем не менее, аренда, допустим, квартиры такой вот стоит 2500 фунтов. Сегодня эта неделя у нас заканчивается днем, затянута облаками с утра, по крайней мере. Я здесь такого еще ни разу не видел за 3 месяца, которые мы здесь находимся. 4 даже. Ну, с перерывами. Очень интересно. Вечер уже поздно. Папа сегодня приехал из Шарм-эль-Шейха. Мы провели прямую трансляцию двухчасовую. А потом вечером к нам постучался в дверь Али. Это друг хозяина нашего дома. И он принес нам такой хлеб. Бедуин, да. А он тоже бедуин, да, Паш? Он принес нам вот такой хлеб. Его жена печет такой вот хлеб. И руколу принес свеженькую. Представляете, как она вообще вкуснейшая. Сказала, что принесет зерна посадить. И в гости нас приглашают. Нас постоянно приглашают в гости. А мы никак собраться не можем, да? Надо сходить в гости и снять. Мы, представляете, пойдем в гости бедуинскую семью, снимем, как они живут, снимем их быт. Я думаю, они разрешат нам это сделать, потому что много у него друзей всяких европейских. И познакомимся с его семьей, посмотрим, как там что. Как они выращивают, да, что? Давай, пока-пока, скажи. Пока-пока. Скажи, что встретимся на YouTube, подписывайтесь на наш канал. И смотрите наши прямые трансляции. Влоги. И влоги по четвергам.